Иски по обвинению в обмане и нарушению федеральных законов о ценных бумагах при проведении ICO поданы в США против организаторов проекта Tezos Foundation. Вложения в Tezos были оформлены как пожертвования, в то время как многие думали, что это инвестиции. Также токены Tezos были объявлены ценными бумагами, проданными инвесторам США. При этом закон требует, чтобы продажи были зарегистрированы в SEC, комиссии по ценным бумагам и биржам. Однако токены не регистрировались. В этой ситуации единственным выходом является расторжение сделки и возврат денег инвесторам США.